В честь Дня учителя администрация Гагарского района и отдел образования наградили почетными грамотами отличившихся педагогов в своей профессиональной деятельности. В адрес преподавателей также прозвучали поздравительные слова от имени руководства района. По поручению главы администрации Гагарского района мы хотим поздравить в первую очередь 20-летием Победы вас всех, с 21-й годовщиной освобождения Гагарского района, который мы все вместе отпраздновали вчера. И, конечно же, с вашим профессиональным праздником, с Днем Учителя. Что можно пожелать учителю? Я думаю, одно из главных моментов для учителя – это благодарные ученики, те, которые вас услышат, те, которые внемлят вам, те, которые все то, что вы им преподаете и все то, что вы им рассказываете, с благодарностью воспринимают и в последующей жизни применяют это. Мы желаем вам благополучия в ваших семьях. Желаем, чтобы тот мир, который сегодня есть у нас, в нашей стране, чтобы он царил долго и долго.